Porsche Cayenne, Ford и мусоровоз во вторник вечером столкнулись на Шереметьевском проспекте. По обе стороны от Соковского моста растянулась огромная пробка. По словам очевидцев, с управлением не справился водитель Porsche. Но вот уже как бы выяснили, что он человек лишенный прав и уже не имеет права управлять, его страховки нет. В ДТП пострадала женщина, водитель Форда и ее маленький пассажир. Ребенок на момент аварии был пристегнут. Женщина, к счастью, отделалась ушибами. У ребенка предварительно диагностировали сотрясение мозга. От госпитализации они отказались. Водитель автомобиля Porsche Cayenne, двигаясь от улицы 8 марта по проспекту Шереметьевский, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил дорожно-транспортное происшествие. В данном случае дорожно-транспортное происшествие будет выясняться сотрудниками дознания, определиться вина водителя, который выехал на полосу встречного движения. Обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники госавтоинспекции. Мария Попова, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.